На второй позиции Пурга, здесь же Дарафила, Гульхана, далее Сидней. А пока в большом отрыве, впереди реприза Лок. Первая четверть за репризой Лок. 33,2 секунды. Остальные участники плотной группой, бровкой Пурга, здесь же Дар Афила, Гульхана, Сидней. А к отметке второй четверти подходит реприза Лок. Гульхана сбоила. Сбой допустила Гульхана. 31,8 секунды, вторая четверть дистанции, на второй позиции Пурга. На третий дал Дар Афила, на четвертой позиции Гульхана, замыкает Сидней. Лошади растянулись по дистанции. Бег ведет реприза Лок, мастер-наездник Федор Рейх. Тридцать четыре и пять десятых секунды. Третья отметка станции. Сбой допустил Сидней. На вторую позицию определился Дар Афила. На третий Пурга. В борьбу с Пургой пытается вступить Гульхана. Ей это удается. Она перемещается на третью позицию, а впереди реприза Лок. 33,8 секунды. Очередная отметка дистанции. За 2 минуты 13 секунд пройдено 1600 метров дистанции. Пятый и Гульхана, четвертая. Это третий идет. Впереди реприза Лок, на второй позиции Дар Афила, на третьей Гульхана, на четвертой Пурга, замыкает Сидней. Тридцать три и семь десятых секунды. Очередная четверть дистанции за репризой Лок. Лошади вышли на финишную прямую. Впереди реприза Лок, на второй позиции Дар Афила, на третьей Гульхана. Извините, на третьей позиции Пурга. Гульхана, вон четвертая идет. Здесь же Гульхана. А к финишу подходит реприза Лок. Внимание, финиш. Пять. 1, 4, 2.